Всем привет! Еще решила снять такое небольшое видео, как найти товар и как сделать заказ на AliExpress. Я, конечно, знаю, что в принципе на YouTube много подобных видео, но сейчас я вам так немножко расскажу, как это делаю я, как можно искать вещи на AliExpress, по каким категориям. Мы заходим на сайт, в свой аккаунт, или потом можете зайти в свой аккаунт. В общем, давайте мы сейчас найдем детскую, допустим, курточку на мальчика черного цвета на 5 лет, допустим, вот так вот. Мы заходим, для того чтобы это найти, нам нужно по категориям ее искать. Мы заходим в категорию одежды и аксессуары для детей, выбираем мальчиком. Конечно, то, что вы выберете мальчиком, вам не обязательно будет показываться все для мальчиков, вам может быть тут и женское что-то, и для девочек тоже показывать, потому что я не знаю, как китайцы распределяют по категориям, но, в общем-то, не всегда правильно. Дальше ищем вот здесь вот в левой колонке. Так, мы хотели куртку. Outwear and coats. Это вообще верхняя одежда и пальто здесь написано. Допустим, мы хотим только из хлопка. Здесь можно выбрать материал. Ацетат, акрил, бамбу фабер, это тоже, наверное, типа или лен, или хлопок, что-то такое, коттон, мех, кашемир. В общем-то, ну, допустим, выберем мы коттон. Можно выбрать из хлопка. Вот видите, сразу женская почему-то мне показывает. Дальше можно выбрать цвет. Давайте выберем черный, допустим, цвет. И выберем еще размер. Так как мы хотели на 5 лет искать, выберем на 5 лет. И вот перед вами предстают все варианты. Вот, смотрите, какая хорошенькая курточка. Правда, я не знаю, по-моему, тут коттоном, хлопком и не пахнет. Но, в принципе, можно заказать. Смотрим на 5 лет, цена 490-36. Buy now, это означает положить ее в корзину. Кстати, видите, цена немножко сейчас снижена. В течение 10 дней она подешевле. Так что самое время для покупки. Сейчас мы с вами что-нибудь еще попробуем искать. Допустим, вы хотите найти... Давайте какую-нибудь женскую одежду попробуем найти для женщин. Чтобы нам такое поискать, не знаю. Давайте леггинсы, женские леггинсы. Также тут можно сразу же по материалу, но, естественно, что вы выберете хлопок, допустим, не обязательно китайцы пришлют вам хлопок. Размер, допустим, выберем М-ку. И что еще? Цвет. Давайте выберем желтый, просто так. Ну, естественно, он показывает тут все различные цвета. Допустим, вас заинтересовали вот такие вот леггинсы. Вы нажимаете на них, нажимаете на тот цвет, который вы хотите заказать. Когда вы выбираете товар, еще внимательно посмотрите, бесплатная ли доставка. Написано ли вот здесь free shipping to Russian Federation. Если вам это интересно, то если как бы для вас это важно, то посмотрите, сколько уже заказов было у продавца, 4928, и его рейтинг. 97,7 это очень хороший рейтинг у продавца, значит, все ему практически ставят пятерочки. Допустим, выбираем размер M. Ну, давайте я вам покажу. Buy now. Купить сейчас. Вот здесь все указано, какой нам нужен цвет, какой нам нужен размер, какая стоимость. И шлепаем, в общем, сделать заказ. Сразу же у вас выскакивает поле, где можно оплатить заказ, выбрать карточку и оплатить. Также вы можете найти этот заказ в своих, мои заказы. Вот здесь вот он будет первым. И отсюда тоже можно его оплатить. Вот, удалять я его не буду, он удалится автоматически потом через какое-то время. Ну вот, на этом все. Наверное, все на сегодня. Если есть какие-то вопросы, то пишите прямо под видео, задавайте. Я постараюсь на все ответить. То, что знаю, всем расскажу. Всего доброго, пока-пока.